21 ноября – главный из всех православных праздников в честь святых ангелов – День памяти архистратига Михаила. Особенной эта дата является для тех, кто и в будни, и в выходные находится на страже рубежей государства. Архангел Михаил – покровитель воинов, их небесный заступник и защитник. У него просят помощи, к нему обращаются за душевными силами. Архангел Михаил является покровителем целых народов, целых стран, целых городов. Вот. И поэтому было принято решение, чтобы небесным покровителем пограничной службы Республики Беларусь также был Архангел Божий Михаил, вот, который своим предстательством ходатайствовал бы и молился, помогал бы нашему воинству нести свою службу. Сотрудничество Белорусской Православной Церкви и пограничной службы нашего государства продолжается на протяжении многих лет, а храм являлся и является символом Братского союза армии солдат и представителей духовенства. И та, и другая сторона диалога имеет свою мощь, объединив которую можно добиться любых, даже самых неожиданно высоких результатов. А общее дело – сохранение мира на земле было, есть и будет для этого союза задачей номер один. Брестская пограничная группа уделяет большое внимание взаимодействию с Белорусской Православной Церковью в вопросах духовного воспитания военнослужащих. Вера помогает нам укреплять наши службы. Это очень хорошо, что у нас на территории часть. И на большие праздники, как на гражданке обычно приходил, так и здесь стараюсь посещать, конечно же. Не всегда по службе может получаться, но свободные дни, выходные. С радостью. В праздничный день на службе в небольшом храме почти полсотни военнослужащих. Каждый из них приходит в церковь за чем-то своим, находя в искренней молитве утешение и помощь, поддержку и надежду. Основа этой духовной связи – сильная вера. И права житейская мудрость, которая говорит: «Человек без сильного духа – словно стебель без корней. Ведь только тот, кто уверен в своих убеждениях, сможет добиться цели».